Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о причинах пикацизма у кошки. Пикацизм у кошек – это беспорядочное употребление в пищу несъедобных, а иногда и очень вредных для организма веществ, например, таких как нитки, провода, полиэтиленовые пакеты, резинки для волос. Такое отклонение от нормального поведения считается одним из самых опасных для мяукающих. Каковы причины этого явления? Рассмотрим подробнее. Нехватка питательных веществ – первая причина пикацизма у кошек. Следите за питанием своего мяукающего любимца, добавляйте в его рацион питательные полезные добавки и лакомства. Обратитесь за консультацией к специалисту. После осмотра и анализов он подскажет, чего именно вашей кошке не хватает в питании. Проблемы со здоровьем – вторая причина пикацизма у кошек. Если ваша кошка любит употреблять в пищу несъедобные вещи, проведите полное обследование ее здоровья. Возможно, ваша любимица ведет себя странно из-за анемии, глистов в организме или заболеваний зубов и десен. Стресс – третья причина пикацизма у кошек. Если кошка пережила недавно волнующие ее события, например, переезд или появление нового человека в доме, в проявлениях пикацизма нет ничего удивительного. В таком случае вам необходимо уделять больше времени животному, чаще проявлять свою любовь по отношению к нему, давать почувствовать кошке, что она важна и нужна вам. Также не лишним будет и консультация зоопсихолога. Желание привлечь к себе внимание хозяина – четвертая причина. Своим употреблением в пищу нестандартных предметов животное хочет обратить ваше внимание на себя. Дайте ей то, чего кошка так желает. Увеличите время игр с питомицей, купите ей новую игрушку, подарите лакомство, гладьте чаще. Таковы основные причины пикацизма у кошек. Следите за самочувствием, поведением своего питомца. При проявлениях пикацизма не пускайте в ситуацию на самотек. Обратитесь за консультацией к зоопсихологу, ветеринару и следуйте их рекомендациям. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!